Москва. Большой театр. Нет страны, где о нем бы не знали поклонники балетного искусства. Потому что именно на этой сцене родилась целая плеяда звезд мирового балета. Нина Ананяшвили – одна из них. Девочкой приехала Нина из Грузии в хореографическое училище Большого театра постигать искусство танца. Прирожденная грация, любовь к музыке, необыкновенное трудолюбие позволили ей с первых шагов на сцене проявить свою незаурядность. А начался ее путь в Большой балет в Тбилисской школе фигурного катания. Ее тренер Алла Двали, сама в прошлом балерина, почувствовала в девочке искру Божью, увидела ее возможности и посоветовала родителям отдать дочь в хореографическое училище. Грузия. Край древней культуры, щедрой природы, ярких народных талантов. На этой земле, в Тбилиси, родилась Нина Ананяшвили. Здесь уже трехлетний малыш начинает танцевать и петь народные песни. И песни сопровождают человека с колыбели и до конца дней. С детства Нина со своими братьями слушала песни дома, когда собирались друзья родителей Вахтанга и Лии, и в гостях, куда они брали детей с собой. Старинный Верийский квартал. Здесь, на улице Белинского, живут родители и бабушка Нины. Узкая, как и все улицы старого города, она круто взбирается в гору. А вокруг старые дома с крытыми галереями и зелеными двориками, где каждый знает друг друга. Кого здесь только не встретишь. И веселых кондитеров, вышедших подышать свежим воздухом, очаровательных озорных детей, мудрых старцев. Недалеко от дома Нины детский театр. Его стены украшены интересными рисунками, привлекающими внимание не только детей, но и взрослых. Этот театр очень любила Нина. Стать балериной Нине во многом помогла бабушка Екатерина Андреевна. По профессии врач она оставила работу и переехала с внучкой в Москву, взяв на себя все заботы о ней. Когда стал вопрос, что балетную школу нужно, я не протестовала, потому что балетная школа здесь, значит, можно было и дать. Настоял этот педагог, настоял этот Двали, Алла Двали, чтобы она поступила этот балет. Ее приняли, конкурс прошла, она ее приняла. Но когда стал вопрос о Москве, Вахтанг протестовал вообще и говорил, что это очень тяжело и работает. Я так думала, что утром уйдет,
часов 4-5 придет, вечером она будет свободна. Что? Ну так же, как и другие, я говорю, ну она будет работать. Клянусь, если бы я знала, я не могла себе представить работу балерины вообще. Природа с детства окружала Нину. Она училась слушать и понимать, о чем шумят водопады, о чем молчат горы. И в этом заслуга ее отца, геолога, бесконечно влюбленного в свою профессию и в природу родного края. Он часто брал девочку с собой в экспедиции, воспитывая эту любовь. Она была всегда обыкновенным человеком, обыкновенной девочкой. Ничего такого не было. Вот единственное, что выделить вот... Такое, что такое. Это, значит, меня всегда удивляла вот ее смелость. Вот нет, не было у нее чувства страха. Это такое, знаете. Вот я уже говорил, что, наверное, это ей это помогает вот в этой работе, в ее работе. Это очень ее поддерживает во всех отношениях. Это раз. И второе, вот у нее характер вот мягкий такой. Она очень покладистая. Иногда, допустим, я сидим, ну, в семье, по-разному там, ну, по какому-то поводу, вдруг как-то у нас чуть голос повышается, вдруг Ниночка, знаете что, давайте мы сейчас что-нибудь споем, понимание, чувствуешь, что-то какое-то, тут же она разрешает эту обстановку, мы все смеемся. Честное слово, я плакал, когда нужно было с ней расставаться. И очень долго-долго мне было очень-очень грустно, знаете. Просто я чувствовал, что рядом нет Ниночки, понимаете. Мы сняли комнату напротив училища. Там, жить в Москве напротив училища, через улицу. И поскольку, знаете, режим был такой очень, ну, полдевятого. С полдевятого почти до полдевятого она была в театре. Она возвращается бледненькая. Как-то вроде... Как-то, значит, заходит, как я уже рассказала вчера, сразу она улыбнется, как будто ничего нет, не устала. Никогда не скажу, что она устала. Никогда. Thank you.
Уже 7 лет работает Нина в Большом театре. Здесь к ней пришли известность и любовь зрителей. Она лауреат 4 международных конкурсов балета, заслуженная артистка РСФСР, но в памяти ее жили первые годы учебы в Москве. Приехала из Москвы комиссия с Еленой Жемчужиной, это педагог из Московского училища была. Она своего рода сказала, что вот хорошо было бы, если бы она поучилась бы в Москве. Потом получилось так, что мои родители, все-таки послушав ее, взяли меня в Москву. И тут мне повезло, просто мне слов не хватает выразить свою благодарность моему педагогу, это Наталья Викторовна Золотова. Потому что действительно она меня взяла и начала просто учить заново. Не потому что я что-то не знала, но у меня были недостатки, много было недостатков. То ли от того, что я рано стала на пальцах танцевать в Тбилиси, то ли это были еще погрешности фигурного катания. Но во всяком случае человек, не жалея силы времени, все тратил. Не только она относилась ко мне именно, вообще она такой человек, она всех учила одинаково. И потом с ней вот связаны 2 конкурса московских международных, и она уже меня вывела на международную арену. И, ну, вот так сложилось. И потом она буквально из руки в руки передала мне Раисе Степановне Стручковой. Я очень рада и счастлива, что мои педагоги между собой очень дружат, общаются. И этим они мне еще больше помогают. А все партии, которые я готовлю, я все готовлю с Раисой Степановной Стручковой. Когда я танцую, действительно больше волнуется, чем я сама. Претензии, потому что без этого нельзя. Если человек останавливается, не хочет дальше учиться, то, мне кажется, это наступает какой-то действительно застой творческий. Наша тяжелая работа должна приносить и радость. Иначе это было бы невозможно все преодолевать. В Америке состоялся конкурс, это в Джексоне, в штате Миссисипи. И я там танцевала с моим партнером, с Андресом Лиепа. И это был для меня 4-й международный конкурс. Скажу честно, я страшно туда не хотела ехать. Не хотела, потому что, не могла больше участвовать в конкурсе. Последний конкурс для меня был немножечко мучительным в Москве, потому что у меня опять заболела нога, и мне пришлось вот спальной ногой все равно дотанцевать. И думаю, 4-й, куда мне еще конкурс? Уже, можно сказать, пенсионерка для конкурса. И было большое счастье, когда мы узнали свои результаты. Потому что когда нас вызвал Юрий Николаевич и сказал, что, ребята, вы понимаете, вы получили гран-при. Гран-при! Это первый случай, когда пара получает гран-при в истории вообще конкурсов балета. И, честно скажу, что я так смотрела, я даже не имею, думаю, может, Юрий Николаевич шутит как-то, настолько было это все неожиданно. И это было так. Thank you.
Дуэт Нины Ананиашвили и Андриса Лепы завоевал огромную популярность и у нас в стране, и за рубежом. Он завораживает и восхищает цельностью создаваемых образов, изяществом и гармоничностью. В танце они словно сливаются воедино, воспевая бессмертную и всепоглощающую любовь. Действительно, с Америкой связаны у меня очень хороших и много приятных таких воспоминаний. То ли после конкурса нас увидели, потом сразу после конкурса у нас был турне почти на полтора месяца вместе с Большим театром. Это мы были в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, и нас с Андресом отмечали. И после этого мы получили такое приглашение поехать в Нью-Йорк-Сити балет, участвовать в их труппе вместе с ними, танцевать спектакли «Баланчина». Нам помогали очень. И сами артисты, и балерины, и сам Питер Мартинс, который был любимцем «Баланчина» и танцевал все эти спектакли, он приходил на каждую нашу репетицию. И успех действительно у нас был очень большой, и мы были счастливы. Потому что поехать в чужую труппу, не зная, не видя «Баланчина», и не зная, что это такое, мы за 20 дней должны были танцевать совершенно новые для нас балеты. Новый стиль, новая техника. И самая большая похвала для нас была то, что вот нам с Андресом в конце всего выступления нас сказали, что Баланчин был бы доволен. Действительно, у нас с Андресом как-то с детства, как говорится, судьба одинаковая. Ну, потому что нас как-то со школы вместе выпустили на большую дорогу. И правда, в начале 2 года мы в театре даже вместе не танцевали. У нас так сложилась ситуация, что я танцевала уже ведущие партии, а Андрес еще не танцевал. Или когда он стал танцевать что-то другое, я не танцевала это. И мы встречались только на концертах вместе. И это было, конечно, очень мало. Ну вот потом первый балет, который мы станцевали вместе, это был «Жизель». К сожалению, Нина и Андрес не танцуют сейчас вместе, хотя оба стремятся к этому. Нина вышла замуж, Андрес женился. Его жена американка. Он живет и работает в Нью-Йорке в американском театре балета. Однако он остается артистом Большого театра. В один из его приездов в Москву мы смогли снять фрагменты из балетов Раймонда, Ромео и Джульетта, а также репетиции и минуты отдыха этих замечательных танцовщиков. О своих проблемах, работе, мечтах они рассказывают сами. Хорошо иметь своего партнера, вот я могу со своей точки зрения, потому что уже слаженный, нет проблем, ты можешь любую секунду выйти вот так сходу даже, не тратя много сил на репетиции, и просто какое-то уже взаимное понимание, то, что было у нас с Андресом, какое-то творческое отношение тоже.
Да, это, в общем-то, как у нас он и со школы еще был. Просто нас не так много видели вместе, не так много мы танцевали спектакли. А дуэт все равно был, существовал прям. Мы начали учить вместе дуэт как таковой. Если брать слово дуэт из методики танца, то можно сказать, что дуэт, в общем-то, у нас начался с самого начала. С истоков у нас уже был дуэт. Мы вместе танцевали с ней и начали учить искусство поддержки, искусство понимания партнера. В общем-то, вы видели, мы сегодня танцевали «Адажио из балкона» прямо сходу. Мы с ней не репетировали. Последний спектакль мы станцевали с ней в Греции, «Ромео и Джульетта», и прямо вышли на камеру, и никаких проблем нет. Мы только получаем удовольствие от этого. В общем, сейчас тоже я совсем не устал. Никаких. В общем, мы снимались с 12 часов. И, в общем, усталости творческой, если, знаете, когда встает партнер от того, что внимательный, старался сделать, чтобы ей удобно, а ей все равно неудобно. В общем, это очень важно. Я могу сказать, что вот я сейчас приехал танцевать, когда в Нью-Йорке. Я полтора месяца репетировал с новой балериной. У них просто другие приемы. Приемы дуэта, приемы поддержки. По-другому они ведут себя на сцене. Мне было очень трудно переучивать то, что я сделал здесь. Совершенно другой спектакль. На ту же самую музыку, совершенно другая хореография. Возвращаясь сейчас сюда, я как в свою родную тарелку опять. Я танцевал только что «Ромео». Видите, как, насколько сидит этот спектакль во мне, что он... Я фактически ничего не вспоминая, даже не думая о спектакле, я вот его прямо взял и танцевал. И, конечно, с Ниной тоже это очень легко. Будете целоваться, ребята? Будем? Нет. Будем? Непонятно, один будем, другой нет, я не понимаю. Мы будем другой кадр здесь снимать. Второй хороший тоже попытался. Все смотрите. Давай, впечатлите. Вот это когда я отхожу. Да? Вот этот, и третий мужик, когда он уже меня опускает. Знаешь, надо сделать, когда? Вот когда он тебя, вот ты вот прошла вот эту штучку, ты к нему когда вот так легла, и вот на секунду замрите, чтобы у вас как в портрете был, что ты лежал, твоя головенка у него, вот эту движение сделала. Головенку положи. Вот я сейчас покажу. Покажу. Положи головенку. Когда я вышел на сцену, начал «Адажио» с Ниной, я почувствовал, что я, в общем, скучаю по этой сцене. Я почувствовал, что я, в общем, вернулся в родной дом. Сейчас с Ниной я танцевал не так же, как я танцевал, я танцевал чуть-чуть по-новому. Меняется дуэт, в смысле, отношения, в общем-то, как-то было немножко, может быть, сначала и по-детски, потом было по-юношески, и, в общем-то, постепенно это должно перерастать в какие-то взрослые отношения. И я думаю, что, в общем, как раз сейчас такое время настало. И, в общем, и я повзрослел. Я за этот год очень повзрослел внутренне, я чувствую. Потому что впервые в жизни я делаю то, что я хочу. Это очень заставляет думать о том, что ты можешь, что ты должен сделать, если у тебя есть возможность. Понимаете, иногда захлестывает настолько, что я буду делать все. Все, что вот я все. Все нельзя делать. Надо делать то, что тебе подходит. Понимаете? То, что ты можешь. Надо пробовать. Я согласен, что иногда очень трудно поставить диагноз. Знаете, подходит тебе или не подходит. Надо попробовать, но иметь мужество отказаться, если это тебе не подходит. Thank you.
конкурса вместе, там, в школе вместе, как-то, знаете, уже зритель, публика привыкла, чтобы мы танцевали вместе. Даже очень смешно, потому что иногда получали мы такие письма, и Андрес, и я, что когда кто-то из нас танцует уже с кем-то, а что случилось? Что случилось? Почему вы не танцуете вместе? И такие были очень много смешных писем. Но просто всякое в жизни бывает. Скажу честно, что я даже не... Когда мне... Вот, жалко, ваш дуэт распался. И некоторые даже мне совершенно, не знаю, так и поклонницы говорят, что мы Андрес не простим, как он так мог сделать. Но это все, мне кажется, это только разговоры и шутки. Но это вполне реально. Я даже не думаю, что наш дуэт распался. Он был, мне кажется, остается и будет продолжать свою жизнь. Я из театра не ушел, я прикладываю все усилия, чтобы приезжать сюда и танцевать. Но со стороны театра, вот что театр позвонил или отослал телекс в Нью-Йорк или в мою компанию и сказал, что вот он нам нужен на эти спектакли. У меня никаких проблем бы не было в Америке. Я фактически приехал и я получил весь ведущий репертуар в этом театре, не доказывая никому, что лучше я, хуже, просто... Начались репетиции, и я автоматически встал, потому что там танцевал лучше, чем тут. Понимаете, у меня сейчас такое время, что я просто... Я не могу танцевать 3 спектакля в месяц. Не могу. Потому что я могу делать больше. Я должен делать больше сейчас. И я иду на такую жертву, что я не танцую сейчас ни в театре, я не танцую сейчас ни с ними. Только потому, что театр не может обеспечить всех работ. В труппе в той идет 7 спектаклей в неделю. Это балетная труппа. И я имею возможность танцевать как минимум 2 раза в неделю. Минимум 2 раза. Это нормально. Я молодой человек, мне 27 лет, я полон сил, я должен это использовать. Понимаете, через 10 лет это будет очень трудно. Я сам буду просить, не давайте мне больше спектаклей, потому что у меня нет сил. Но дело в том, что просто я не могу тратить время на то, что ждать, ждать и ждать и ждать. «Спящую красавицу» – один из моих любимых спектаклей. Я станцевал 1 раз в жизни. 1. За 7 лет работы в театре. 3 раза я станцевал «Лебединое озеро». 3 раза. За всю свою жизнь. Нам не хватает спектаклей, потому что у нас идет опера, полмесяца идет опера, полмесяца идет балет, фактически. То есть все время меняется. У нас же театр оперы и балета. А там только балетный театр, естественно, все работают на полную катушку. Их 90 человек, а не 300. Мне очень нравится наша хореография. Мы что-то действительно делаем очень хорошо. А в чем-то мы отстаем. И в частности, в современной хореографии. Именно современной в плане другой стиль хореографии. Понимаете, у нас мало присутствует таких спектаклей, какие делал Баланчин. То есть, бессюжетных. Такие спектакли, как Шопениана. То есть, это стилизация под романтизм. Под собой никакого сюжета она не несет реального. Что происходит в этом спектакле, сказать никто не может. Но настолько зритель чувствует вот этот стиль и эту прекрасную музыку и прекрасную хореографию, что человек получает удовольствие именно от вот такого рода спектаклей. И, в общем-то, Баланчин, он строил свои спектакли вот на основе бессюжетной. Хотя и были очень интересные сюжетные спектакли, но чем мы, в общем-то, объединены, именно спектакли как таковые танцевальные. Понимаете, только танец, музыка и мое чувство, чувство исполнителя, как исполнитель чувствует этот спектакль. И в этой компании, в которой я сейчас работаю, то есть в этой труппе, все есть. Есть Робинс, есть Баланчин, есть и классика,
Лебединая, Спящая, Жизель, Раймонда, есть Буэдерка. Все спектакли классические есть, но помимо всего есть Вайолет Арп, современный балетмейстер, который сейчас ставит в театре очень много. Есть Робинс, есть новые балетмейстеры, которые совершенно новые. Вот сейчас работает в театре Кларк Типпет. Впервые в жизни человек мне сказал, что давайте я на вас что-то поставлю. Не предложил какую-то партию в его балете, а он сказал, в балете, который будет вновь создан. И он будет создаваться именно на меня. Не то, что я хочу кому-то показать, что я делаю что-то назло. Мне просто хочется показать, что может быть другое отношение к работе. И, в общем-то, у многих складывается такое впечатление, что люди туда едут зарабатывать деньги. Сейчас я слышал такие мнения, что, о, мы встречаем их, приехала Макарова или приедет Барышников, и мы здесь полные, значит, овации, букеты цветов за то, что они сбежали и там работали, и на белых конях приезжают сюда. Но чтобы сесть на белого коня там, за рубежом, надо съесть не меньше, чем здесь. Люди, которые уезжали за границу, они уезжали навсегда. Это не то, что я сейчас. Я взял билет, в любой момент приехал, посмотрел на березку свою и поехал туда, и танцую еще. А люди уезжали на всю жизнь. Они, в общем-то, сжигали корабли. Никто не знал, что такое будет поворот в нашей истории, из истории нашей страны. И ни один из них не думал, что он вернется. К сожалению, они возвращаются поздно. Наш зритель не имеет возможности, не имел видеть их лучшие спектакли. Но пусть они имеют то, что они заслужили. Пусть они заслужили это там, но они заслужили именно за то, что они работали и положили всю свою жизнь и отдали на искусство. Но там искусство дается не так легко тоже. Это не значит, что тебя встречают с распростертыми руками и дают тебе все на блюдечке с золотой каемочкой. И бывают и очень сильные и конфликты, и проблемы, и у них есть свои танцовщики, и почему надо принимать других. Тоска у меня сумасшедшая была здесь, когда у меня не было работы. Я вот летом приехал, у меня было 3 недели свободных, и я не знал, куда себя деть. Я ходил, до умопомрачения занимался, учил чего-то там. Как только я получил работу, у меня это чувство пропало. Я не лишен сентиментальности, как ностальгии, я уверен, что это чувство присутствует в каждом. Но есть средство от ностальгии, это работа. Лучше иметь какую-то ностальгию по тем местам, где ты родился, чем, в общем-то, погибнуть от безделья. Я уверен, что я буду танцевать, поэтому я сделал этот шаг. Если бы я не был уверен, я бы этот шаг никогда не сделал.
То, что Андрей работает сейчас там, мне кажется, это только хорошо в том смысле, что, во-первых, он прославляет опять-таки наш театр, нашу школу. Почему же это плохо? Нельзя из этого делать какую-то такую трагедию большую. Но то, что ему надо действительно как-то, наверное, протянуть руку, помочь в том, чтобы он здесь танцевал, это тоже нужно сделать нам шаг какой-то. Вот. А не наоборот, вот его совсем игнорировать и сказать, что раз ты уехал, и вот нам ты не нужен совершенно. Мне кажется, это какая-то неправильная постановка вопроса. Наоборот, мы должны сделать все, чтобы притягивать хороших актеров к себе и талантливых людей, а не делать все для того, чтобы их отталкивать от себя. Нину Ананиашвили всегда ждут в Тбилиси, всегда рады видеть ее. И для нее каждый приезд в родной город – это не просто гастроли, это своего рода экзамен. Экзамен, который она держит перед своими земляками. Она привозила сюда свои новые спектакли – «Жизель», «Дон Кихот», «Лебединое озеро». Вот и сегодня. На сцене театра оперы и балета имени Захария Палиашвили Нина танцует партии «Адетты» и «Адилии» в балете Чайковского «Лебединое озеро». А мне вспоминается рассказ Нины о ее первом выступлении в этом спектакле. Тогда сыграл свою роль его величество случай, как часто бывает у актеров. Летом 1983 года Большой театр собирался на гастроли в ФРГ. За 3 дня до отъезда оказалось, что солистка, которая должна была танцевать главные партии в «Лебедином озере», выступать не сможет. Нина знала эти партии, но в спектакле еще не участвовала. Всего 2 суток готовила Нину к гастролям педагог-репетитор Раиса Степановна Стручкова. И Нина оправдала ее надежду. Тогда ей было 20 лет.
Нина любит здесь. Ею гордятся. Искусство ее высоко оценили народные. Ей присвоено звание «Народный артист Грузинской ССР». Для меня, например, каждый спектакль – это радость, потому что трудно там готовишься, не всегда получается. Но в конце концов, когда ты выходишь на сцену, вот это такое счастье. И я, например, ни с чем не сравниваю это. И когда в конце спектакля заканчивается, и грустно становится, и радостно. Вроде все уже позади, все хорошо получилось, но в то же время грустно, но потому что какой-то этап прошел, время ушло. Как-то вот с каждым спектаклем есть такое ощущение. Сказано, что мы целиком, просто целиком заняты своим делом творчества, потому что век у нас очень короткий, хочется успеть многое. Там только кончаешь что-то одно, сразу берешься за другое. И даже иногда в одно время готовишь и три, и две вещи, и три репетиции разные, не то что одно и то же. Ну а что делать? Только так можно сделать и работать чего-то. Но самое вот то, что я хочу пожелать всем актерам, чтобы у них была вот такая свобода выбора, свобода возможностей смотреть, учить, пробовать, чтобы это не было ограничено на что-то одно. Чтобы молодые, чтобы могли работать с разными хореографами и просто хотя бы с одним, кто поставит на них что-то. Это, конечно, большое счастье. Я, например, мечтаю, чтобы кто-то на мне что-то поставил. Сейчас я танцую весь классический репертуар. Танцую какие-то современные танцы или модерные какие-то маленькие номера. Но мечтаю действительно сделать что-то свое. Я не знаю, что это. Вот жду такого человека, который предложит, и сделаем что-то интересное. Ну, это, знаете, это можно всю жизнь прождать и не получить. Это просто мечта, которая есть у каждого актера.
Нина она не ошибли молода. У нее еще многое впереди. Надеемся, что ее ждут интересные спектакли, новые роли, и что в такой короткий балетный век у нее будет возможность раскрыть полностью свое дарование, осуществить свои мечты. И еще хотелось бы, чтобы, несмотря на все препятствия, сохранился неповторимый дуэт Нины Ананиашвили и Андриса Лиепы. Он должен жить, потому что должны жить талант, красота и гармония, потому что их искусство несет людям радость и очищает душу. Thank you.